Набираем 1000 подписчиков и проходит конкурс на 100 рублей. Информация для участия находится по ссылке в описании. Здорово, банда! На связи Жендос, и это новый слив привилегии. Все как обычно, айпишник, ник и пароль у вас будут в описании. Всем приятного просмотра. Обозревать такой сервак, как Райский побег. Тут есть бесплатная паутинка, так что можете заходить, играть и летать на этой паутинке. И посмотрим этот сервак, что он вообще почем, как он себя чувствует и что тут есть. Сразу скажу, тут кайфовые перчатки, вот. Модельки тоже прикольные, вот такой у нас черт бегает. Братик, не обижайся. Волкодав какой-то, ладно. Меню сервера у нас открывается на буковку М. Можем открыть клетки. Нам пока это недоступно. Магазин. Можем купить заточку, отвертку, дигл, АВП, осколочную гранату. О, сильно. Предметы. Отмычка, доза кокаина, 200 хп, шапка-невидимка, бронежилет, одежда КТшника и форма отдыха. Дальше. Умения. Скорость, дабл-джамп, распрыжка, двойной урон, гравитация, голос и договориться, розыск. Я понял, хорошо. Магазинчик тут дефолтный, ну, как обычно. Понятно. Костюмы, эмоции. Костюмы. Можем одеть на спину, на лицо, на голову и на поясницу. Шапок тут, пацаны, в натуре дохуища. Всех чекать, наверное, бессмысленно будет. Да и, в принципе, вам это нахуй надо, в принципе, да? Мне так кажется. Эмоции, хорошо. Хнык. И что оно делает? И что оно делает? В чем прикол? А, ну ага. Люблю тебя. Так и что? Что он делает-то? Я не понимаю. Хе-хе. Хе-хе. И что? Ну ладно. Допустим, они есть. Уже хорошо. Так, квесты и задания. Квесты. Доска почета, коллекционер, одиночка, мажор и крыса. То есть, нажимаем на любой квест и получаем описание. Допустим, доска почета. Нужно попасть в розыск 7 раз. И то сможем мы взять подгончик. Вот, хорошо. Так, это все, да? Ага. Так, выбор команды. Ну, тут, да, в принципе, все по дефолту. Баланс 1 к 3. Можно играть за КТ 14 лет. Ну, хорошо. Хорошо. Так, мини-привилегия ставим на попозже. На самое вкусненькое, на десертик. И доп. Возможности. Что тут у нас есть? Можем изменить язык чата. Вот, кентик жесткий. На английский и на русский. Информер. Можем его переместить направо и налево. Пускай будет справа. Настройка информера. Можем все повыключать. И, или повключать. Отлично. Ага. Меню перевода и обмена. Денежный перевод. Ну, то есть тут можно перекидывать бабки, но это всем понятно и так без меня. Нахуй я это все объяснял тогда. Можно перекинуть единицу славы, пункт обмена слава на деньги и пункт обмена слава на авторитет. Хорошо. Красота. Дальше у нас меню насилие. Можем изнасиловать зэка. Братик, а ну-ка сюда иди. Этот зэк уже изнасилован, братик. Фу. Фу. Где кенты еще бегают? Он тут какой-то кент стоит. Можешь себя изнасиловать? Погодь. Ого, нихуя себе. Я залезил со спидом. Ёлы-палы. Можно было использовать презерватив, прежде чем трахаться. Ну, для тупой зэк у меня, ладно. Так, секс-шоп, что у нас тут есть? Можно повысить потенцию, купить виагру, защита на день. На 2 дня и на 3 дня. И может спрятать деньги. Хорошо. Авторитетный секс-шоп. Ну, даже и такой есть. Повысить потенцию, вирус, защита 10 дней. Пояс верности. Пояс верности. Аптека. Гипс на руки, вылечить паралич. Паралич. Капли для глаз. И излечить спид. 50 баксов. Ого, нихуя себе. Ну да, дорого. Излечить ноги. И выпить таблетку от головы. Хорошо. Мне это как-то картинка это не нравится вообще. А можно взять деньги? Хорошо, ладно. Меню привилегий. Нет. Покупка и контакты. Ну, тут подписчики можете посмотреть всю инфу о покупке. Привилегии. Випка тут стоит 1,5 на месяц и 70 навсегда. Ого, сильно. Очень сильно. Ладно, хорошо. Вип-меню. Взять 200 жизней можем. Воскреснуть, голос на раунд, скорость и гравитация, ФД и двойной урон. Отлично. Назад. Один меню. Обычное MX мод меню, я понял. Хорошо. И можно выдавать голос. Сильно. Хорошо. Нарко меню. Можем взять шприц. Ого, какой кентик. Колем героин.
Ага. Кока-кола, героин. Метадон, жила-была, крокодил. Так, тут и то есть. Ого, меня долбит, бля. Ого, меня долбит, нахуй, реально. Тупо не по-детски. Да сколько можно? Да сколько можно, пацаны? Информация о препаратах. Что оно почем? Я взял. Ага. Да, сильно. Герин, это. Да ну, братик, не гаси, пожалуйста, братик, стой, не гони, не гаси. Брат, ну пацаны, ну нахуя вы это делаете? Ну реально. Метадон, дабл джамп, морфий это банни хоп, адреналин это скорость, крокодил уменьшен урон по мне, и коаксил это гравитация. Хорошо, дальше едем. Меню хищника, можем выдать голос, воскреснуть, давайте воскреснем. Воскресить игрока, регенерация, невидимость и холодное оружие есть. Меню вампира, можем изменить меню суток, но не будем кентикам мешать играть. Можно поставить любую погоду. Ага. Возродиться. Возродить игроков. Меч можем поставить. Включить меч. Вот такой вот мечик. Мечик. Странное слово. Гравитация. Да не поставить видео. Гравитацию можно включить. Дабл джамп. Ну, скорость, невидимость и бессмертие. Хорошо. Дальше что у нас идет? Меню мафии. Ага. Пистолет мафии. Выстрел мафии. 350 хп. 5000 долларов. И взять одежду мафии. Давайте ее возьмем. Хорошо, ладно. Ага, меню же Iron Man. Можем закрыть клетки, надеть костюм можем. Полет можем взять, вот такой вот полетик. Линию. Вот такая линия Trial. Реактор. Недоступно. Железные руки можем взять, вот такие вот. Можем их выключить. Ага, и руки у нас изменились. Сильно. И зелье Халка. То есть у нас будет скорость и гравитация. Вот. Дальше. Меню смотрителя. Угу. Опять-таки, настройки суток и тумана. Меню заморозок, меню воскрешений, меню жизней. Меню выдачи умений. Выдачи умений. Неуязвимость, призрак, скорость. Ну, в общем, дофига тут всяких прикольчиков. Да. Хорошо. Можно выдать оружие, розыск дополнительно. Можно заблокировать вход за охрану, магазин, главное меню и блокировать меню. Выдача экспириенса, славы и денег есть у нас еще. Шикарно. Дальше, меню Гарри Поттера. Волшебная палка. Бадик, тихо, не гаси меня. Мантия-невидимка у нас есть. Ага, пока недоступна. И эликсир бессмертия. Хорошо. Бах, с палкой какой-то. Печальный бах. Ладно, взять тапки-скороходы, взять воздушный шарик, это гравитация получается, да, взять стальную броню и карманные деньги. Красота. Хорошо. Меню консольщика, можем куда-то кинуть в карцер. Не мешаем пацан, так, что-то не выходит оттуда. Консольщик. Можно включить когти. Включился меч. Странно. Допустим, хорошо, взять миллион. Ого, сильно. Можно подлечиться и избрать паутинку. Хорошо. Меню. Паутинки. То есть, звук можем изменить. Спрайт, ну, вот такие прикольчики. Окончание можем изменить. Вот, и тогда же скорость. Быстрый. Цвет можем изменить. Все, что хочешь. И размер. Размер и тип. Такой вот тип, такой тип. И такой вот, ну, думаю, всем это понятно, что на почем. Дальше, тут есть еще пацаки казино и барыга. Казик. Купить жетон, казино, на красно ставлю. Давай. Я выиграл, найс, хорошо. Есть тут еще, барыга еще есть. Магазин. Заточка, отвертка, дигл, АВП. Оскочен, ну короче, магазин, я понял. Тупо магазин, но только походу подешевле он будет. Перчатки и наколки. Стандартный черный Nike, красно-синие, черепа, огненные и красный Nike. Но тут только все по уровням, ладно. Можно приснуть барыгу. О, нихуя себе, он меня отпиздил. Тут еще есть парашютик, так что вообще кайфово, думаю. Вот, красота.
Также пальцы IP у вас будут в описании. Ник и пароль от сливов у вас тоже будут в описании. Вот, пацаны, заходите, тут есть бесплатная паутинка, полетаете, поорете с кентами. Всем спасибо за просмотр данного видео. Брат, пожалуйста, подпишись, поставь лайк.